вот она, ну вот мы сделали, допустим, масленку, для чего она? Мы туда кисточку делаем? Мы туда будем, да, мы туда будем брать кисточку. И? И добавлять краски, ну чтобы была краска, да, текучая стала. А, то есть это в краску добавляется? То есть сначала кисточку масленку, потом в краску, а потом на... Ну, то надо смотреть по ситуации. Если тебе нужно, допустим, сделать более жидкое, ну, такую краску, то ты ее разводишь. Если тебе не нужно, то ты это не разводишь. А у тебя есть любимый цвет? Все цвета. Не, ну, наверняка есть цвет, который больше тебе нравится.